Mambo, que es el mejor, rico, 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 tu burla, tu ay. Mambo, mambo, que es el mejor, rico, 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 tu burla, tu ay. Народні хіти від Потапа і Насті. Популярний дует святкує десятиріччя «Просто небо». Привітаємо! Олексію, вітаю з десятиріччям гурту «Потап і Настя». Коли йшов кастинг дівчат на роль Насті, чи думав ти, що будете святкувати десятиріччя? Во-первых, не было никакого кастинга. Спасибо за поздравления. Как не было? У нас была встреча, на которой мы познакомились. Вот я шутил, как всегда, в своей манере. Вот Настя вообще, она человек, у нее свое чувство юмора. Она как-то на меня посмотрела, так фыркнула. И не могу сказать, что она мне понравилась. Потом мы начали записывать песню. Вот, и стало еще хуже, потому что у Насти очень крепкий характер. Мы очень столкнулись с ней во время работы. И начали ссориться. А потом выпускать песни, которые становятся бесспорными хитами, и это становится популярным. А наши отношения все хуже и хуже и хуже. И вот такой парадокс. Первые 3 года, чем больше мы ругались, тем популярнее мы становились. И сквозь тернии к звездам, и только, наверное, последние года 4, мы кайфуем от совместной работы, потому что, наконец-то, мы поняли, что это проект судьбы, и души и любви. Сьогодні ви святкуєте десятиріччя, а рік тому святкувало десятиріччя «Світське життя». Ти тоді сказав, що на всі питання зможеш відповісти, коли будете святкувати десятиріччя. Ось цей момент прийшов, Потап. Жонили вас неодноразово. Настає час, ми коли-небудь розкажемо вам, правда, чи ні. То, може, саме зараз цей час? Ні. Вот будет нам 10 лет в следующем мае. Все расскажете. Пара Потап и Настя, чи ні? Ну, как вам сказать, мы уже родные люди друг другу. Наскільки? На много, сильно родные. Мы близкие люди, мы понимаем друг друга по-настоящему. Музыка нас связала. А сильнее связи между людьми я не признаю. Зовсім нещодавно ти святкував ювілей 35 років. Хоча від святкування вирішив утриматися. Чому? Я був ще в Казахстані в день свого дня рождения. Ми знайшли український ресторан шикарний в Астані. Вот, і устроили там українську вечеринку. У нас зовсім було мало времени, але ми заказали все, все, що можна було. Шикарно отдохнули всім музикальним колективам. Спасибо большое ребятам, которые даже там, на далекой стране, создали такую украинскую тусовку. И была девочка-официантка, которая говорила, знаете, как выключена украинскую мову, это было дуже зворушливо. А после 3 чарок самогоночки, горілочки, стало так весело и добре мені, что я зрозумів, что 35 – это только початок. Вітаю з десятиріччям гуртом. Не гадала, що так далеко, мабуть, зайде цей дует, що буде десятиріччя. Наверно, ожидала, що 10 років будуть, настануть, і ми будемо працювати, тому що дует був все время успішний. Но то, что мы будем так выглядеть с Потапом, ты видела, да, как я поработала над человеком, как я поработала над собой, то есть дуэт выглядит потрясающе. Мне кажется, лучше дуэт не выглядел никогда. Это была подготовка до десятиріччя, ваше такое стрімке схуднення. Но ты зрозуміла, ты взялася за себе, ты збираєшся бігати марафон и робиш це. Але Потапа спонукати до схуднення було важче. Он тащится сейчас, он делает по утрам, я знаю, пресс, и прям бегает на пробежку. Недавно он купил себе новый велик, вот этот крутой, вот, и он ездил, за ним ездит машина, он 5 суток просто ездит, человек на велосипеде по городу. Велосипед, який тільки у Потапа и Кличка. Да, и у мэра, да. Мало
мало хто бачив ці кліпи і мало хто знає, але до дуету «Потап і Настя» в тебе були відео, в тебе були сольні пісні, і є дуже кумедне відео, де ти плаваєш у плясті. Я танцюю там, я не плаваю, да. Какая разница, что нам нельзя? Какая разница, что я тебя не предам? Слушайте, я когда собираюсь в компанию, надо мной все издеваются, говорят: Настя, давай-ка вспомним, как все это начиналось. И показывают мне эту бутылку. Мало того, когда все напиваются, все начинают в этой бутылке вот так танцевать, вот так вот. Ты так там делала? И вот подкалывать меня. Слушайте, ну я горжусь этим. На самом деле, я тогда помню, что это была первая моя видеоработа. Я тогда работала сутки, что был достаточно тяжелый клип технически. Поэтому у меня было неплохое начало. Не так давно ты відсвяткувала день народження. Вітаю тебе з днем народження. Вирішила відсвятувати гучно. Вечіркою в канадійському стилі. Чому Канада? Я никогда не праздновала день рождения. И сейчас почему-то мне захотелось 29, вот так, не 30, как обычно все юбилеи праздновать, а принципиально 29. Почему канадский стиль? Объясню. Мне захотелось не няшности, пушистости такой, как обычно девочки. Вот я такая принцесса, королева. Нет, мне захотелось. Я в своем платье, значит, играла в бирпонг, вот так. Ну, это фишка, это прикольно. Плюс мне очень понравилось это место новое. У нас открылся новый канадский бар. Сначала думаю, блин, ну это, наверное, странно. Будет Катя потом спрашивать, почему канадский стиль? Но... Это фишка. Навіть Потапу хокейну форму одягнувся заради тебе. Но там многие, на самом деле, подевались. У меня был дресс-код, это было принципиально. Мне очень приятно. Спасибо всем моим гостям, что они все вырядились в бело-красные цвета и приперлись, и танцевали. В общем, на самом деле, мне каждый гость сказал, что это был лучший день рождения, лучшая тематическая вечеринка.